конференции, секции, посвященной вопросам принципов цифровой дидактики. Для всех нас, кто работает в образовании, не секрет, что принцип – это то, на чем все основывается. И вот та дискуссия о принципах, которая в нашей педагогической науке поддерживается, она длится уже на протяжении почти 200 лет. И когда мы проводили исследования на эту тему, выяснилось, что трактовок принципов дидактики у нас в педагогике существует более 20 самых разных. И отрадно то, что вот в последних дидактических исследованиях, которые мы сейчас читаем, видно, что вопросы, связанные с цифровизацией, с цифровой трансформацией, они получили отражение и в вопросе о принципах. Вот тот последний труд по дидактике, который Российская академия образования выпустила, она уже как первый дидактический принцип трактует организации деятельности учащихся в информационно-образовательной среде. То есть вот те исследования, которые у нас ведутся, услышаны не только в нашем университете, но и за его пределами, вот, и получили такой широкий контекст. И очень хорошо, что сегодня у нас появилась возможность поговорить об этом вопросе более подробно, и у нас сегодня замечательные эксперты, с помощью которых, я думаю, что мы продвинемся в понимании того, что происходит с дидактическими принципами под влиянием вот тех трансформационных процессов, которые мы наблюдаем. Сегодня с нами в студии Екатерина Лавринова, директор Института цифрового образования. Рядом с ней сидит Роман Комаров, исполняющий обязанности проректора. Далее Денис Мамонтов, генеральный директор издательства цифрового контента «Физикон», и Алексей Юшков, институт ИСИМТО, институт средств содержания методов и технологий образования. Я предполагаю сегодня поговорить о том, что происходит с цифровой трансформацией образования в целом, в вопросе о принципах в частности, и коснуться не только теоретических аспектов этого вопроса, но и посмотреть, что происходит на практике, то есть как меняется образование и как зафиксировать вот эти изменения на уровне принципов. Потому что принципы — это очень важно, это то, как мы оцениваем содержание образования, то, как мы оцениваем учебный процесс, то, как мы выстраиваем стратегию развития и образовательную политику в целом. Вот я хотел бы сейчас Екатерине передать слово для того, чтобы узнать, что сейчас происходит в Институте цифрового образования в плане трактовки вопроса о принципах, ну и в целом, как та практика, которая занята институт, вот, влияет на развитие этого вопроса. Пожалуйста, Екатерина. Да, спасибо, Борис. Коллеги, вот хотела рассказать немножко о нашей деятельности, о нашей истории, о нашем создании. Со временем Институт цифрового образования создавался как некий локомотив, который будет трансформировать университет с точки зрения всяких разных наших технологических вещей, которые есть. Поэтому мы вот таким образом назвали нашу презентацию «Лицом к цифровой дидактике». И начали мы с чего? Мы решили понять, кого мы готовим. Готовим мы, как педагогический университет, учителей. И с нашей точки зрения, это самая важная профессия. То есть, как всегда говорят, самая важная профессия – учитель и врач. Врач лечит наше тело, а учитель лечит нашу душу, да, и воспитывает нас, и учит нас, и дает нам очень самые важные вещи. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы все ребята, которых мы готовим, были лучшими выпускниками, были лучшими учителями, которыми спокойно вы, ну, отдавали бы своего ребенка и не волновались, кто будет его учить и чему он там его научит. Поэтому мы провели такой вот, то есть вот очень много занимаемся всякими научными исследованиями, пытаемся эти исследования обратить в нашу практическую реальную деятельность и педагогическую деятельность, и в том числе управленческую и административную работу. Вы знаете, что в университете существует Центр независимой диагностики, и эту диагностику проходят все наши выпускники бакалавра педагогического, и мы получаем вот такую интересную обратную связь, где оцениваются самые разные компетенции наших выпускников, наших ребят, которые учатся. Предметная составляющая, там, именно педагогические компетенции, которые у них присущи, и возможность коммуникативных компетенций. Получая вот эти материалы, которые мы получаем от нашего Центра независимой оценки, это действительно независимая оценка, мы никак не можем на нее влиять, мы предпринимаем, она очень детальная, если там ее ближе посмотреть, то там прям до каждой задачки, мы получаем прям на каждого ученика, какая задачка, или что он там не умеет, что у него не
не получается и так далее. Вот анализируя эти результаты, мы очень тщательно меняем наш учебный план. Причем это происходит на разных уровнях. То есть мы меняем дисциплины, мы работаем с преподавателями, мы подбираем непосредственно те образовательные технологии, которые смогут довести до того, чтобы наши ученики стали лучше учиться и стали хорошими учителями. И у нас есть даже уже некоторые наблюдения, которые показывают о том, что количество хороших оценок у нас смещается, и наши ребята становятся более хорошими выпускниками. И мы надеемся продолжить дальше наши исследования и получить, ну, как выпускников с красными дипломами. Хотя недавно мы как раз стали бороться в нашем университете с таким обилием красных дипломов. Но это вот что касается бакалавриата, когда ребята приходят после школы. Но есть еще одна интересная такая тема, которая тоже здесь нам очень помогает, наши технологические решения, которые есть, это магистерские программы. На магистратуру ребята приходят с самым разным уровнем подготовки. Иногда приходят наши же выпускники, которые закончили наш бакалавриат и по этому же профилю продолжают учиться в магистратуре. Иногда приходят ребята из нашего университета, но других профилей. То есть, которые закончили там, не знаю, там географию, историю, там русский язык и так далее. Иногда приходят ребята из других университетов, у кого-то хорошая математическая подготовка, в данном случае говорю про магистратуру, которая занимается подготовкой математиков, у кого-то не очень хорошая математическая подготовка. У кого-то есть педагогические компетенции, у кого-то нет педагогических компетенций. И вот такие ребята, которые приходят с совершенно разными, ну, с разным входом, то есть вот мы замеряем их результаты, прям на первых занятиях проходит у них некоторое такое тестирование. Это тестирование у них проходит внутри, такую диагностику мы проводим. Мы выявляем непосредственно дефициты, которые у них есть. И благодаря этому, и используя нашу вот информационно-образовательную среду университета, у нас разработаны микрокурсы, которые вот сделана такая модель с использованием микрокурсов, которая позволяет эти дефициты компенсировать для того, чтобы ребят выровнять, и чтобы мы могли дальше нормально работать и получить хороших студентов. Но вот хотела сказать, что мы много ведем всяких разных интересных исследований. Вот этот список мы берем, там, так называемые сквозные технологии, которые известны у нас в стране. И эти сквозные технологии преломляем для образования. Смотрим, что из этого нам может пригодиться, что может повысить эффективность и что дает какой-то конкретный результат. Вот очень интересная тема, которая у нас была связана с иммерсивными технологиями в обучении. Была очень интересная исследование, и мы разработали курс для наших студентов, так как это студенты педагогического университета, курс попал в общеуниверситетскую программу, и ребята умеют работать с этими технологиями на разных предметах, то есть они понимают, где их нужно использовать, как их нужно использовать, где они дают какой-то результат, где от них лучше отказаться. Там, ну, сделаны элективные курсы и так далее. То есть много всяких разных интересных вещей есть, и мы продолжаем эту тематику развивать и надеемся, что будем дальше совершенствовать это. Очень интересные темы, которые были у нас связаны с совместной работой в сети. Сделано целое такое, ну, такое информационное поле числовой, такой цифровой дидактики. Мы приглашаем вас всех поучаствовать в написании этого большого такого трактата. Он сделан по принципу Вики, то есть вы можете там зарегистрироваться, если сейчас наведете на QR-код и посмотрите, то попадете в это поле числовой дидактики. Можно пользоваться этими материалами, можно эти материалы добавлять. Это очень интересное такое совместное творчество, которое помогает много чему, ну, обмениваться в том числе опытом и какими-то наработками достаточно оперативно. Очень интересная работа, которая у нас идет, и сегодня вся конференция у нас с вами посвящена искусственному интеллекту, и мы тоже не остались в стороне от этого, и у нас был заявлен очень хороший, интересный такой наш исследовательский проект, когда мы учили искусственный интеллект по, естественно, научному контенту. И теперь такая, знаете, сказка, такая, ну, некоторая надежда наших учителей и предметников, что можно, ну, заложить в этот искусственный интеллект один комплект контрольной работы и сказать, ну-ка, сделай мне 100 экземпляров таких же. И, соответственно, вам искусственный интеллект размножает эту контрольную работу с учетом вот каких-то особенностей и так далее. Да? То есть это очень сильно облегчает работу предметника и очень индивидуализирует ваш, там, ну, в том числе, проверку или какие-то там лабораторные работы или что-либо еще. Требуется очень большие мощности. Сейчас мы вот, ну, пока только это самое, но вычислительные мощности нужны большие, это точно. Поэтому не знаю, как нам справляться с этим, но будем надеяться, что все будет хорошо.
Еще очень интересные такие опросы, социологические опросы, которые мы проводили. Какие инструменты используют учителя? И это тоже интересный результат мы получили, потому что мы это делали с помощью наших партнеров Академии просвещения. Мы опросили более 27 тысяч педагогов, сделаны карты, и это большой ответ и подсказка для тех, кто разрабатывает какие-либо платформы, какие-либо сервисы, чтобы понять, а что, собственно говоря, учителям нужно, почему они выбирают тот или иной сервис, по каким принципам, как по предметам они делятся или что-либо еще. Поэтому это вот такой очень интересный проект, и результаты у нас очень востребованы именно коммерческим сектором для того, чтобы развивать свои платформы. Ну и вот этот проект, я думаю, что о нем еще Борис Борисович будет рассказывать, потому что он непосредственно участник этого проекта. В прошлом году мы начинали с того, что мы сделали такую типологию объектов по интерактивности взаимодействия, а в этом году мы пошли дальше и с нашим партнером компании 01 Математика и с нашим партнером издательством просвещения мы создаем вот такой адаптивный учебник по двум предметам, по биологии и по информатике. И, ну, надеюсь, что это будет очень интересно и сможет очень хорошо, ну, как-то поможет нашим ребятам. И в том числе в этом проекте участвуют наши студенты. Студенты результаты апробации использовали в своих дипломных проектах и тоже понимают уже особенности того, вот как индивидуально подбирается материал. Ну, собственно говоря, еще последнее, что хотела вам сказать, это проект, который у нас уже длится второй год. Начался он сразу после ковида, когда было сложно возвращаться в аудиторию. Я думаю, что вы все помните, когда мы привыкли все работать удаленно. Были периоды, когда нас то выпускали, то опять закрывали, то опять выпускали, то закрывали. И было сложно вернуться, хотелось, но сложно. У кого-то кто-то далеко уехал, кто-то что-то еще. Стало появляться такое явление, как гибридная аудитория. Вот в прошлом году мы сделали очень большую работу вместе с нашими партнерами. Санкт-Петербургским государственным университетом, они тоже делали, у них тоже свой гибридный класс, и у нас тоже гибридный класс, мы много наработали и сделали такую некоторую типологизацию этих классов под виды занятий и так далее. В этом году мы продолжаем это делать и наработали очень хорошие, интересные практики применения гибридной вот этой аудитории в самых разных ситуациях, в самых-самых разных ситуациях. То есть начали мы с того, что мы просто сделали набор в магистратуру, в которой очень много иногородних ребят, и они учатся теперь в гибридном формате. А еще у нас там проходили очень интересные уроки. Сегодня будет во второй половине дня мастер-класс по гибридному обучению, где там более подробно об этом будут рассказывать. Всех приглашаю послушать. Мы пытались проводить уроки музыки, используя гибридную аудиторию, уроки рисования. То есть именно такие практикоориентированные занятия, которые могут позволить это делать. Ну, надеюсь, что мы продолжим этот проект, и все будет хорошо, ну и сами с удовольствием используем. Собственно говоря, спасибо за внимание и большое спасибо. Готова ответить на вопросы, если есть. Очень содержательное выступление, тем более в такой емкой форме. Вот нас слушает многочисленная аудитория в YouTube, ВКонтакте, и нам поступают вопросы. Вот некоторые из них я попытаюсь транслировать. А вот скажите, ИЦО находится в таком несколько приоритетном положении в вопросах цифровой дидактики, потому что, ну, в силу своей специфики институт цифрового образования ближе и к технологиям, и, скорее всего, и люди, которые там работают, вот этим занимаются. А как остальные институты МГПУ? Вот есть ли какое-то движение в этом направлении, партнерские какие-то проекты с другими институтами? Есть ли какие-то кейсы взаимодействия ИЦО с другими университетами? То есть что можно сказать вот в вопросе выхода за пределы ИЦО? Да, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. У нас, во-первых, есть и внутри. У нас очень хорошее взаимодействие идет со многими институтами. У нас идут параллельные проекты. То есть, ну вот мы сейчас говорили про гибридную аудиторию и обучение музыке. Очевидно, что у нас нет специалистов, которые умеют учить музыке. И мы это делали совместно с нашим институтом культуры и искусств. И таких проектов много. У нас есть, например, интересная тоже тема, когда мы разрабатываем приложение слежения за здоровьем. Это мы делаем совместно с институтом наших спортивных и естественных технологий. У нас есть даже общая программа
программа с Институтом иностранных языков, информатика, английский, где мы говорим про вопросы лингводидактики. Ну, то есть, и так, таких примеров много. Вот летом мы начали большую серию семинаров «Большие данные в гуманитарных исследованиях», которые провели с нашим Институтом гуманитарных наук. И, ну, и будем продолжать эту тематику, потому что она нам интересна, и нашим историкам она тоже показалась интересной. Поэтому внутри мы достаточно хорошо коммуницируем и, ну, считаем, что здесь у нас никаких проблем нет. Но и снаружи мы тоже неплохо коммуницируем. Вот когда мы даже говорили сейчас об учебнике, адаптивном учебнике, то учебник информатики, автором учебника является Людмила Босова, которая является сотрудником Московского государственного педагогического университета, нашего, с одной стороны, прямого конкурента, с другой стороны, нашего давнейшего друга, партнера, и многие из наших сотрудников заканчивали этот университет, поэтому мы в таких сложных семейных отношениях между собой. И не только, да, то есть мы дружим с Тюменским государственным университетом, с Адыгейским государственным университетом. И вот, например, 28 января у нас будет проходить большая конференция, всех тоже приглашаем, мы будем обсуждать содержание математического образования. Должно ли оно измениться, это математическое образование, в связи с тем, что появились такие технологии, и что-то, может, уже не нужно, может, не надо учить таблицу умножения, можно сказать, там привет, не знаю, сколько будет дважды два, и тебе тут же ответить на этот вопрос. Там, да? Поэтому, может быть, нужно менять что-то. И у нас, поэтому я считаю, что мы очень дружелюбны. Ну что ж, это замечательно, очень радует и настраивает на позитивный, конструктивный лад. Уважаемая аудитория, можно задавать еще вопросы, пока наша сессия идет. Наши спикеры открыты к вашим вопросам и комментариям. Пожалуйста, задавайте их. А мы двинемся дальше. Вот с нами находится Алексей. Он представляет как раз один из наших дружественных институтов, ИСМИТО. И в отличие от ИЦО, ИСМИТО связан с очень таким обширным полем содержания образования, потому что вы же охватываете все, без исключения, предметы, которые есть в школьной программе. И вот мы знаем, что и Московская электронная школа сейчас очень широко работает. И я думаю, что у вас есть такая более, ну, скажем так, широкая перспектива того, что сейчас происходит. Вот не могли бы вы рассказать вот вашу точку зрения на, в целом, на цифровую дидактику, на то, что происходит в этом поле, чего нам ждать, чего нам бояться, если нам стоит чего-то бояться. Аудиторию зовем задавать вопросы в наших сервисах. Пожалуйста, Алексей, вам слово. Да, спасибо, Борис. Я, наверное, все-таки здесь буду как бы от своего имени говорить, да, потому что, говорить, это институт, это такая консолидированная, да, задачка непростая. У меня есть несколько таких аналитических суждений относительно вот развития цифрового образования. Ну и, может быть, один слайд там завершающий такого прогностического характера. Я сейчас переключу презентацию, да, вот. Когда мы обсуждаем цифровые технологии, цифровое образование и цифровую дидактику как таковую, да, то мне кажется, важно обозначить о том, что, ну, как бы образовательный ландшафт, он достаточно разнороден и разнообразен. Я вот здесь ссылаюсь на учебник Ирины Михайловны Осмоловской, который выделяет несколько подходов. Там вот знаниевый подход, деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный. У каждого подхода, ну, как минимум, свой антропологический идеал, свои образовательные цели, задачи, соответственно, и способы. Ну и в рамках каждого подхода, безусловно, осуществляется разного рода использование инструментов цифрового образования. Вот, и тогда получается, что мы внутри каждого подхода можем найти те или иные варианты решений. Они будут специфичны, потому что дидактика подхода будет задавать систему требований и норм на использование цифры. Вот. Мне кажется, такой важный момент, ну, чисто аналитический, для того, чтобы понимать и поле расчертить. А используя метафору промышленных революций, я вот так попробовал, знаете, это не распространенная точка зрения, увязать развитие цифры вот с этими типами революций. Но, тем не менее, я попробовал. Вот первая цифровая революция, она достаточно давно началась, я бы так сказал, лет 20 как минимум, да, осознанно отрефлектирована. И это оптимизация способов. И она была, и она продолжается. И сейчас вот Екатерина Владимировна рассказывала, вот мне представляется, что вот использование этих средств очень сильно оптимизирует любой из процессов. Да, делает его более эффективным, интенсивным и так далее, и так далее. Вот такая вот первая
история. В разных подходах там будут свои собственные решения. А вторая цифровая революция, она вот то, что называется, достаточно как-то на наших глазах. Я бы сказал, что вот после ковида особенно у нас появились цифровые двойники подходов. Вот при этом про знаниевый подход точно можно говорить о том, что там цифровых двойников появилось очень много. Онлайн-школы, выстроенные в логике таких трансляционных ценностей, их очень много, очень много. По всем остальным подходам задачка более сложная, потому что мы понимаем, что в этих подходах предполагается высокий уровень субъектности школьников. И каким образом организовать это, если у нас это онлайн, то это нетривиальная задача. Здесь каждый раз нужно решать. И вот на что мы здесь можем сослаться, на какие варианты решений? Ну вот, вот то, что сегодня уже вспоминали неоднократно, это чат-бот GPT. Мне представляется, что он тяготеет к знаниевому подходу. Да? Этот инструмент, позволяющий осуществлять разного рода трансляционные задачки. Для других подходов, ну, я бы здесь сослался так, на два прецедента. Вот в рамках нашего института мы разрабатывали достаточно много материалов по всем предметам, кстати, в логике сложных вопросов, когда у ребят есть смысловые затруднения по тем или иным темам, и нужно с использованием цифры, с использованием вот ресурсов Mesh разработать методические материалы и в этом смысле их тиражировать в масштабе города и в масштабе страны. И там использовались уже проблемный подход, использовались учебные исследования, исторические реконструкции. Я понимаю, что время всегда ограничено, но вот мне очень был симпатичен ход, когда реформа 1864 года рассматривалась как, во-первых, социальный проект, ну, в свое время сложно организованный. И вот тот набор материалов, который школьникам предлагался для того, чтобы они реконструировали проблематику, замысел, способы решения, результаты, последствия этих решений и так далее, и так далее. Он очень хорошо, ну, как бы и в историческом плане разворачивает содержание, и как бы и в деятельностном в том числе. И у меня есть ощущение, что только за счет цифры это можно качественно сделать, потому что в бумажных версиях мы будем в этом смысле всегда ограничены и по времени, и по разнообразию материалов и так далее. Еще один сюжет, который мне вот здесь кажется симпатичным, это образовательные компьютерные ролевые игры. Такого квестового характера. Но причем, как если традиционный квест, и это всегда решение задач на основе имеющихся способов и средств, которые есть, то вот новый вариант квестов, это когда в рамках решения квестовой задачи школьники еще и открывают новое знание по физике, по химии и так далее, и так далее. И итоговый квест, он предлагает уже вот совокупность всех этих полученных знаний в ходе работы использовать для решения. Вот я участвовал в одном из проектов, где сюжет был восстановление работы законсервированной станции на Марсе. И вот как бы прилетевшим туда, на эту планету, нужно расконсервировать. И в ходе этой работы они осваивали тему электричества, начиная от базовых понятий сопротивления, или, там, сила тока и так далее, и заканчивая открытием закона Ома, для того, чтобы запустить вот такие генераторы, которые будут, мне кажется, здесь непочатый край работ. Вот решение проблемных задач, в ходе которых открывается новый материал, за счет цифры можно, конечно, достигать гораздо более интересно, чем просто вот, ну, как бы на уровне имеющихся решений. Про третью цифровую революцию мы сегодня уже начали говорить, да, это вот искусственный интеллект. Я здесь, наверное, не буду повторяться. Пока вот нам уже сказали и коллеги из Сбера о том, что есть некоторый уровень, ну, как бы эффект разочарования. Да? Вот сможет ли искусственный интеллект работать со смыслами, с пониманием и организовывать, помогать организовывать понимание? Это большой вопрос. Но если это случится, вот революция в образовании точно состоится, потому что позиция педагога точно потребует, ну, своего изменения, если рядом появился помощник, работающий со смысловыми затруднениями у школьников. Ну, я не думаю, что это вот прямо завтра случится, да, вот, но будем ждать. Еще один слайд про содержание уже образования, ну, то есть организация, как устроено предметное содержание, предметный материал. Я сегодня уже там упоминал с утра вот роман Павича
ящик для письменных принадлежностей. Извиняюсь, если повторяюсь. Там смысл какой? У героя есть ящик с этими, с тайниками. И вытаскивает оттуда материалы, да, он читает, и перед ним разворачивается, ну, там, какое-то событие, да, вот, там, начало 2000-х. Вот. И мы видим, что прочитать такой роман не в цифре невозможно. Вот он эффективно читается только в цифре. То есть это вот метафора, указывающая на то, что вот есть инструмент, позволяющий использовать и создавать совершенно уникальный какой-то контент, который, ну, там степень включенности, ребята, это уже второй вопрос, да, важно как бы с чего начинать. А если смотреть на устройство современного знания, то мы, наверное, можем говорить, что оно нелинейно, как минимум парадигмально, если мы ссылаемся на Куна. Оно гипертекстуально. Современный исследователь должен удерживать не только узкую предметную область, да, но удерживает надпредметный уровень и философский уровень, и одновременно как бы рефлектировать свою собственную деятельность. Только в этом смысле можно, ну, осуществлять какие-то прорывы. Здесь же очень важно становятся исследовательские проектные практики, когда мы знакомим школьников, ну, в данном случае уже школьников, не только с результатами, но и со способами получения этих знаний и применением этих знаний. Вот как бы смысловая оболочка, она становится такой актуальной. Ну и высокотехнологичное производство, связанное с инновациями, оно тоже становится элементом вот современного знания. Вот смотрите, получается нелинейный, я сейчас перечислю, гипертекстуальность, межуровневость и так далее, характеристики современного знания. Как это сделать в бумажном учебнике? Непростая задачка. А в цифре это можно сделать. Появляется, да, действительно цифровая среда, богатая вот этими возможностями. Причем она не обязательно онлайн, как мы понимаем, так ведь? Это могут быть реальные группы школьников, которые работают с так организованным знанием. И мне представляется, это такая вот следующая задача, когда мы используем не просто инструменты для оптимизации сложившихся, да, практик, но и делаем вот этот шаг на следующий уровень. Ну и, собственно, завершающий слайд. Я еще раз вернусь к этим вот подходам. И у нас есть принципы дидактические, их здесь немного, ну, как бы они не все здесь. Тезис-то какой? В рамках каждого подхода эти принципы читаются по-разному. Смыслы вчитываются. Вот слова одни и те же, а смыслы, в общем-то, разные. Да? Это с одной стороны. А инструменты цифровизации, они или усиливают каждый из подходов, да, то есть вот я назвал это такой точкой кристаллизации, каждый становится все мощнее, серьезнее, с жесткими границами и так далее. Или же за счет, например, искусственного интеллекта между ними начнут стираться границы, да, и появится действительно что-то третье, ну, как бы следующее поверх. Есть ощущение, что действительно это произойдет, и там появятся новые принципы, другое дело, что их нужно отрефлектировать, а для этого нужно запустить саму деятельность. Ну и в качестве такой небольшой шутки, да, наверное, все-таки позволю себе. Я вот предположил, может быть, можно бы говорить даже уже сейчас о следующем подходе, такой облачный подход. Вот когда у нас есть облака, да, цифровые, и эти облачные подходы, там внутри знания нелинейное, гипертекстуальное, многоуровневое, возможно, реализация индивидуальных образовательных маршрутов в сетевых самообучающихся сообществах. Это тоже становится возможным за счет вот этой вот цифровизации. А способы работы школьников будут касаться и исследований открытий знаний, проектов, технологических разработок, ну и обязательно большие вызовы. Да? То есть надо понимать перспективы. Без перспектив каждый раз возникает ощущение, что вот мы все уже знаем, чего делать-то. Возникает тоска. Экзистенциального самоопределения не возникает, оно должно быть. Вот, коллеги, такое у меня вот видение текущей ситуации. Большое спасибо, Алексей. Очень спасибо такой широкий выход и очень такие большие перспективы, мне кажется, у того, о чем вы сказали. Вот по тем вопросам, которые нам поступают в студию, вот бы что мне хотелось спросить. Вот мне часто приходится иметь дело с такими цифровыми пессимистами, которые говорят примерно следующее. Ну, хорошо, вот у вас там компьютер, у вас интернет, но это всего лишь очередное средство в длинной череде средств, которые уже существовали как-то. Телеграф, телефон, радио, магнитофон, там еще что-то. Вспоминается там картина, которую рисовал Иван Ильич в 50-х годах, когда он говорил, вот появился магнитофон, он стал бытовым,
И сейчас все изменится. Сейчас вот школьники начнут друг другу передавать кассеты, на которых записаны лекции. Он там придумал даже каких-то механических осликов, которые из одной горной деревни идут в другую, несут вот эти вот магнитные пленки, и там, ага, сейчас все у нас понесется. И что-то не зашагали, ослики-то не получилось. Вот как бы вы сказали, в чем сейчас источник цифрового оптимизма? В чем, на чем основывается наша вера в том, что вот что-то должно измениться, что-то должно получиться? Где черпать нам эмоции? Ну, я бы, во-первых, сказал, смотрите, нельзя сказать, что появление магнитофона, видео, и так далее, не изменило нашу жизнь. Мы как бы немножко как бы не ценим вот этих изменений. Они, конечно же, меняют облик цивилизации. Ну, конечно, вспомните, сейчас фильмы 80-х годов невозможно смотреть, потому что все проблемы строились из-за того, что у них не было сотового телефона в руках. Был бы сотовый, весь бы сюжет развалился в минуту. Вот, жизнь, конечно, меняется. Но приписывать этому, ну, как бы, вот в эту волшебную пулю, вот эту волшебную таблетку, да, которая изменит жизнь, ну, тоже, по-моему, не очень правильно. Да, поэтому я в этом смысле, как это, умеренный оптимист. То есть есть ресурсы, мы их, если мы их понимаем, эти возможности, то изменения будут. Вопрос, в рамках какого из дидактических подходов мы работаем и какие цели ставим. Вот я бы пока не ответил точно на ваш вопрос, но вот границы этого действия, мне кажется, вот обозначаю. Да? Большое спасибо. Я полностью с вами согласен. Давайте двинемся дальше. Вот мне кажется, что наше время, оно открывает очень интересные перспективы в плане исследования того, что происходит с человеком, в частности, и исследования того, что происходит с учебным процессом. И здесь хотелось бы послушать человека, который совмещает в себе компетенции психолога и имеет самое непосредственное отношение к цифровым технологиям. Вот я знаю, что вы, Роман, являетесь психологом по образованию, по призванию, и в то же время ведете очень интересный телеграм-канал «Цифровая эстетика», то есть вы в курсе всех вот новинок того, что происходит в этой области. Не могли бы вы рассказать вот про свои перспективы? Что вы про это знаете, что вы про это думаете? Да, вам слово. С удовольствием. Спасибо огромное. Я как раз хотел бы такой психологический компонент в наш разговор привнести. И вот давайте посмотрим первый слайд, если можно, в эфир выведите. Значит, это те кейсы, очень успешные кейсы, мы ими страшно гордимся, в которых университет играл на опережение. То есть вот, ну, я просто так вот тезисно перечислю, да, вот мы в 2018 году были первыми, кто запустил полностью дистанционную магистерскую программу. И вот в 2020 году, как раз в период там окончания первой волны пандемии, мы очень хорошо, успешно, мы вместе с Сириусом делали эту программу, выпускали уже первых магистрантов и были очень довольны результатами. То есть никто не ожидал, что, ну, как бы был общий стереотип, что в дистанте, так сказать, качество падает. Нет, у нас прекрасно и с точки зрения устройства на дальнейшую работу, и, так сказать, в профессиональном сообществе. А вот справа слайд «Психолог детского коллектива». Это вообще беспрецедентно. Мне кажется, что таких проектов не только в России, но, наверное, и в мире, наверное, не делали. Это проект, который мы... Это программа профессиональной переподготовки. Значит, 270 академических часов, когда у нас единовременно училось 1400 классных руководителей столицы. Причем программа была запущена 23 марта 2020 года. Это первый день локдауна. То есть вот помните, да, наверное, все этот первый день, когда половина сервисов у всех там, все эти Zoom и прочее легло. Вот. А мы как раз адаптировали, мы очень хорошо сыграли на опережение, то есть спроектировали программу так, что, в общем, у нас прекрасно все работало, и 4 месяца классные руководители обучались, естественно, так сказать, ну, там, понятно, был процент тех, кто не дошел до финала, ну, как в любой программе, но там, по-моему, порядка больше 90% тогда выпустилось, очень здорово. Вот. Этот опыт мы подхватили потом на других магистерских программах. Сейчас экспериментируем с построением экосистем магистерских программ. Сейчас вот у нас есть там 3 программы, такую маленькую экосистему мы собрали. Да, вот одна из них вот вместе с благотворительным фондом Сбера мы делаем вклад в будущее по развитию личностного потенциала. Опять же, вот те наработки, так сказать, поскольку они все строились в логике успешности, мы перенесли на Олимпиаду «Я профессионал», там вот есть тоже направление «Классный руководитель», где мы принципиально только в дистанте реализуем, потому что дистант, он дает возможности равно участвовать ребятам со всех регионов, да, а если вот брать ту же магистерскую по личностному потенциалу, да, вот буквально летом мы выпустили набор, значит, у нас
были обучающиеся из 30 регионов, единовременно учились. То есть, если бы не дистант, ну, вряд ли мы бы эти возможности могли бы как-то использовать. И вот я произнес слово «успешность», да, вот здесь очень важно на старте всегда играть на опережение, вот в логике, то есть как мы будем понимать эту успешность. И для нас вот три фактора очень важны, как три характеристики, да, это первое — разведение результативности и эффективности, то есть если результативность, чего мы хотим добиться, да, то эффективность какой ценой. То есть в этом плане мы всегда вот эти всякие издержки пытаемся убрать, да. И, соответственно, если мы выстроили эффективно, то эффективность сама потащит за собой вопросы гигиены. То, что вспомним, опять же, 20-21 год, какая нагрузка была на педагогов, да, не только в столице, во всем мире. Я следил, у меня есть карта, знаете, там из одной статьи, как есть такой термин, экстренное дистанционное преподавание, да, его в 2020 году ввели. Значит, весь мир был вот в этом экстренном преподавании. То есть Россия здесь не была исключением. То есть, а если мы выстраиваем эффективно, у нас нагрузка падает, соответственно, вопросы здоровья сбережения и вопросы здоровья созидания, они начинают выходить на первый план. То есть в этом плане, вот если уже методологически рассуждать, ну вот я здесь, как, так сказать, всегда на классиков психологии ссылаюсь, да, там на Петра Кузьмича Анохина, Бориса Николаевича Рыжова, это профессор нашего университета. То есть когда мы строим какую-то систему, неважно, исследование это, да, там, проектная это работа, здесь очень важно учитывать всякие синергии, важно снять энтропийные процессы. Вот там сегодня много раз употреблялся термин «точка бифуркации», да, вот как не допустить, чтобы система вышла в эту точку бифуркации, да, и это все надо на старте, так сказать, спроектировать. И вот по интернету, наверное, многие видели вот эту картинку, которая, она много лет гуляет, да, но мало кто помнит, откуда она пошла. А она пошла, на самом деле, с 1957 года, да, вот у Виктора Франкла есть вот небольшая статья, и он вводит понятие «димензиональная онтология». Ну, звучит это, конечно, грозно, но смысл в чем заключался? Что если мы хотим что-то построить, вот целостно, системно, по-настоящему, то нам важно ориентироваться не на те проекции, да, а попытаться найти вот эти вот единицы целого, там, вот если Льва Семеновича Выгодского там, да, вспоминать и так далее. И в этом плане, вот, когда и мы подходим, и вот мы пытаемся с коллегами также выстраивать работу, да, то есть здесь прежде всего первое, с чего надо начинать, это про форматы. То есть надо понимать, что цифровой мир, да, и гибридный мир, это как вот и аудиторная работа, это три разных мира, да. Их надо каждый по-своему перепроектировать. То есть вот если вспомним первые грабли 2020 года, они в чем заключались? Что мы пытались механистически из красной плоскости, да, перейти в синюю плоскость, и многие на этом обжигались. Такую же вторую ошибку делали, когда появился гибрид, да, ну, кстати, в широком формате. Когда из синей области тоже пытались туда механистически перенести. А этого делать категорически нельзя. То есть здесь я вот продолжаю логику Алексея, да, вот когда он выделял подходы, вот мне кажется, это очень правильный заход. То есть каждый раз надо вот сначала сказать, а как, вообще как бы на какие мы позиции встаем, и творчески отнестись к делу. И вот в этом плане, вот в логике этой 3D-модели, да, вот очень интересный сейчас феномен наблюдаем. Я его называю, это то, что мы наблюдаем падение гегемонии аудиторной работы, очки, да, вот в кавычках она поставлена. То есть, вот, наверное, наши зрители видят результаты, это небольшой опрос я у себя в телеграм-канале проводил, но он очень коррелирует с различными такими масштабными исследованиями и наших коллег из МГППУ, из других мест, да. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что аудиторка по опросам, да, она занимает 1/3 от всех ответов. Да? То есть цифра, вот это как раз опять Алексей, мне очень понравилась мысль про то, что цифра это не только онлайн, да? Как бы и гибрид, и дистант в этом плане, да, как носители цифры, вот, они уже настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы от них не сможем избавиться, и в этом плане у нас новое окно таких возможностей, вот чему и надо, в общем-то, наверное, радоваться. Ну вот несколько еще таких тезисов, да, это вот исследование 2021 года наши коллеги из Вышки делали. Вот они тогда показали, что вот пока с точки зрения психологической неблагополучности смешанный, не гибрид, а вот смешанный формат, он наиболее такой трудоемкий и тяжело воспринимается. А вот дистант оказался в этом смысле, наоборот, самым благополучным. Да? И это некий вызов уже и для системы образования, и, там, и для университетов, кто практикует эти вещи.
А это вот очень интересные данные. Как раз наш магистрант с программы развития детской одаренности в прошлом году защитил ВКР. Это была экспериментальная работа, и там главный тезис, главная гипотеза была, что дистант, если он грамотно организованный, он в качестве не уступает аудиторным форматам. И вот здесь видно цифры, как развивается креативность у младших школьников. Ну, вот тут на левом графике как раз в центре стоит показатель оригинальности мышления, а справа, соответственно, другие факторы креативности. И вы видите, что есть по всем параметрам достоверный сдвиг, да, экспериментальный. То есть это, с одной стороны, вопрос личности педагога, с другой стороны, технологии, да, как раз дидактические аспекты. И третий, той технологии, которую мы там, или того сервиса, который мы выбираем. В этом плане вот здесь нам важно не терять вот это разделение терминологическое. Вот слева это как раз тот самый экстренное дистанционное преподавание, это термин вот этого Чарльза Ходжеса. А справа это термин, ну и его, и не только его, это вопрос высококачественного или эффективного онлайн-обучения. И в этом плане, вот если теперь на успешность через другую призму посмотреть, да, то в основе ее, то есть успешность это некая системообразующая функция, а в основе, ну, как минимум, три важнейших фактора надо учитывать. Это вот подход, и здесь это коррелирует с Алексеем, но только здесь другой немножко смысл, да, я не буду останавливаться. Это, понятно, конечно, цифровые компетенции и компетентности, да, это большая такая тема, мы сейчас наблюдаем тренд как раз сдвига, так сказать, вот в этой области изучения, там можно вспомнить Пуэнте-Дура, классика, да, там 20-летней давности с его Саммер-моделью, там можно других авторов. И это, конечно, выбор IT-решения, потому что, ну, вот, знаете как, если пытаться делать качественно там в WhatsApp, ну, у вас никогда образовательный процесс в WhatsApp не построится, да. А если мы берем какие-то прогрессивные системы, и здесь, конечно, Россия сейчас, ну, мы видим эти темпы, как она наращивает, да, сказать, темпы развития, вот, ну, ждем каких-то прорывных решений, да. И вот последний слайд, который я хотел бы показать, это вот, мне кажется, момент, который пока еще упускается, но, мне кажется, его нельзя потерять. Это вопрос соотношения цифровых этики, эстетики и этикета, да, то есть нам не просто надо культурно общаться, да, что, в общем-то, ну, как бы святая святых для образовательного процесса, да, но это вопрос еще и эстетический, да, вот как сделать красиво. Мы давно уже живем в мире, не только в бизнесе эти тренды, так сказать, наблюдаются, да, но и в образовании, когда, там, например, выходить с плохой, некрасивой презентацией к аудитории, это уже моветон, да, там, так сказать, вот вы говорите там про адаптивный цифровой учебник, наверняка там надо привлечь хороших дизайнеров, которые смогут красиво упаковать, понятно, по законам психологии и так далее. И вот мне кажется, вот, как бы не потерять эти три компонента, чтобы были ценности, да, уметь как бы идти, как бы правильно общаться, да, с точки зрения этикета, но при этом, чтобы это все было красиво, ориентироваться на какие-то вот эти стандарты эстетические, вот это очень важно. Спасибо большое. Большое спасибо, Роман. Очень интересно, очень содержательно. Мне кажется, что вот этот ваш последний слайд, он говорит вот о чем, что пришло время задуматься об основаниях, то есть то, с чего вообще все начинается. Потому что когда люди начинают задуматься о том, красиво это или некрасиво, это значит, что вопрос идет о каких-то очень базовых вещах, на которых вообще все основывается. Потому что вот есть у архитекторов принцип, да, что если здание некрасиво, то оно, скорее всего, свалится. И у математиков тоже. И у математиков тоже самое. И вот, видимо, пришло время и дидактов тоже подумать, красива ли наша дидактика, которую мы читаем на своих лекциях. А может быть, ее вообще надо испытывать на прочность, не с точки зрения там доказано, не доказано, а вообще вот красиво это или некрасиво. Вот те схемы, которые мы рисуем, они убедительны или нет? Вот, и мне понравился вот тот момент, и тут вот тоже вопрос с этим связанный. Вот когда мы говорим о форматах, вот в традиционной дидактике считается, что есть вообще какие форматы? Есть лекция, есть семинар, есть практическое занятие. Все остальное, оно просто впихивается туда, и вот мы видим там что-то необычное. Там 7 человек, сидит человек в очках виртуальной реальности, там гоняет каких-то там какие-то объекты по полю, а это у него практическое занятие. Вот не пришло ли время задуматься об основаниях дидактики в том числе и об основаниях вот этих форматов тоже вот в том числе? Может быть, вообще уже все поменялось, и мы говорим о других каких-то основополагающих моментах? Ну, говорим. Я бы здесь тезисно, я вот слайд не стал ставить, а зря надо было его поставить, потому что вот если
выделять другие подходы, не так, вот как Алексей выделял, да, вот я выделяю три подхода, вот, по крайней мере, там, где цифра, да, это проективный подход, комбинаторный и экосистемный, да, и вот проективный — это такая классическая доставка контента, ну, это вот говорящие головы, да, вот пресловутые в России. Комбинаторный — когда мы перепроектируем наше занятие, неважно, это лекция там, да, или практическое занятие, или что, мы, грубо говоря, ну, в кавычках, жонглируем различными инструментами, там, какая-нибудь там доска Миро, там еще что-то, да, там опрос там и так далее. И есть экосистемный подход, то есть его принципиальное отличие, конечно, вот мы все наши проекты реализовывали в логике экосистемного подхода. Это с системных позиций ситуация, когда между инструментами есть еще горизонтальные связи. Да, но вот в этом плане, конечно, вот там Office 365, там, да, Google Classroom — это вот те инструменты, которые пока лидеры. Я надеюсь, что Россия скоро представит свои, да, аналогичные какие-то подходы. Вот за счет экосистемности у нас повышается эффективность, снимается как раз та самая нагрузка, и тогда занятие можно перепроектировать совершенно по-другому. А вот преподаватель, он уже сам, исходя из своих вот задач, там, целей, которые он ставит, да, он уже подбирает, что ему будет удобнее, выгоднее и как бы целесообразнее, да, на данном конкретном занятии и в перспективе всего там курса, там, дисциплины и так далее. Замечательно. Мне кажется, в этом есть вот одно из оснований того оптимизма, который мы начали искать в диалоге с Алексеем. И здесь мы прям вот очень хорошо зафиксируем этот момент. Спасибо. Очень содержательное выступление. И я думаю, что от этого момента мы можем двинуться дальше. Вот прозвучала такая, ну, призыв к тому, чтобы посмотреть, а что у нас вообще происходит в отечественном рынке ЭТЭХа, да? Потому что от этого очень много что зависит. Да? Понятно, что мы не можем вечно ждать, пока нам дадут что-нибудь такое хорошее, и мы научимся этим пользоваться, там, переведя это на русский язык. Вот у нас есть человек буквально из окопов, пришедший к нам, который своими руками создает этот самый российский ЭТЭХ-продукт и знает об этом, наверное, больше всех нас вместе взятых. Денис, вот хотел бы спросить, вот те последние инновации, последние вот новости, все, что мы слышим в области применения искусственного интеллекта к там, генерации содержания образования, к навигации вот, в массивах содержания образования. Как с этим сейчас работают компании, которые занимаются производством цифрового контента? Как это затрагивает вашу работу сейчас? Вот над чем вы сейчас работаете? Спасибо большое за вопрос. Вообще искусственный интеллект таким большим количеством мифов и легенд обвешан, в том числе на нашем российском рынке, что иногда диву даешься, ну, потому что как думают обыватели? Вот есть чат GPT, казалось бы, бери его, вставляй в свою программу, что-то там настрой чуть-чуть, и у тебя все заработает, и будет искусственный интеллект, и он сразу приведет нас в космические дали, все проблемы решит нашего образования. Ну, конечно, истина на самом деле гораздо дальше, чем такой подход. Я вот на примере одного из наших проектов, в котором мы уже где-то, наверное, полгода крутимся, работаем, и, наверное, еще не меньше, чем полгода, а может быть и год будем работать дальше, это извечная проблема оценивания развернутого ответа. Да, ну, все, кто сдавал ЕГЭ, сдавали, наверное, практически все из наших слушателей, в курсе, что есть в той тестовой батарее, которая каждому ребенку выдается, какое-то количество заданий, которые проверяются автоматически. А дальше есть несколько более сложных заданий, на которых от учащегося требуется развернутый ответ. И вот дальше начинаются нюансы. Потому что если простой, краткий ответ легко проверяется компьютером, ну, легко, нелегко, это тоже отдельная история, там есть веер ответов, есть такие немножко как технические особенности, но, тем не менее, как-то проверяется. Вот с развернутыми ответами наступают некоторые проблемы, потому что сразу после того, как заканчивается ЕГЭ, сразу пригоняется армия экспертов, армия предметников, которые, собственно, проверяют вот это бесконечное количество ответов, перепроверяют друг за другом, потому что каждый из них может ошибаться, а все это какие-то баллы, это шансы на поступление в тот или иной вуз, все достаточно серьезно. В общем, конечно, хочется на это место поставить компьютера мудрого, который не будет ошибаться, который все проверит хорошо. Задача стоит такая. Но это не просто взять и выбрать какую-то языковую модель и ее попробовать на место человека поставить. Что на самом деле здесь за этим стоит? Во-первых, это огромное количество исходных данных. То есть если у вас есть какой-то отдельный вопрос, который такого развернутого ответа требует, это значит, что для его проверки нужно выделить несколько критериев.
Причем не тех критериев, которые в ЕГЭ приняты, а какие-то более простые, более понятные, которые будут компьютеру понятны и надежно им понимаемы с точки зрения семантики, с точки зрения смысла. Дальше вам предстоит набрать огромное количество ответов учащихся, то есть ту самую базу, на которой компьютер, на которой искусственный интеллект будет учиться. Огромное количество, это не 100, не 1000, ну, по-хорошему, это, конечно, 10 тысяч ответов, это вот уже такая нормальная величина, на которой, скорее всего, все получится. А дальше вступает вот тот самый пресловутый дата-аналитик в игру, который, наверное, сейчас самая модная на рынке IT-профессия, и вот все те, кто у нас учится Python, учатся каким-то вот таким технологиям, связанным с Big Data, они, на самом деле, все рано или поздно попадут вот в ту область, связанную с дата-аналитика. Этот человек дальше выбирает модель, потому что ChatGPT — это всего лишь одна из моделей искусственного интеллекта, адаптированная вот для какой-то своей конкретной задачи — общаться с публикой и выдавать какие-то, ну, достаточно содержательные ответы на вопросы. Но она не адаптирована для других задач, для которых искусственный интеллект может использоваться, и, в частности, для задачи проверки вот этого самого развернутого ответа. Поэтому это идет бесконечная череда опытов. Выбрали модель, положили туда данные, посмотрели, как проверяет, плохо получилось, взяли следующую модель и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле это длительная череда проб и ошибок, которые рано или поздно либо заканчиваются успехом, тогда все хорошо, компания известна и процветает, ну, либо, может быть, заканчиваются неуспехом, и тогда приходится выбирать какую-то другую задачу и идти в ней. Вот здесь я хочу сказать, что в заданиях с развернутым ответом на самом деле огромная скрывается такой наукообразные проблемы, связанные, например, с тем, что современные искусственные сети, современные нейронные сети очень плохо работают с формулами, очень плохо работают с проверкой каких-то изображений, все, что на них связано, чертежи, графики, все что угодно. То есть и попытки сгенерировать такие задания, вот, коллеги, наверное, не дадут соврать, наверное, с гуманитарными курсами получше получается, а вот с математикой, наверное, немножко похуже. Да? И попытки проверить то, что сделал другой человек, оценить как-то его знания, они пока еще не решены. И здесь, мне кажется, еще есть, что будущим поколениям исследовать, и что новым адептам искусственного интеллекта искать. Еще одна интересная проблема — это построение индивидуальных траекторий на основе каких-то заданий. Это тоже очень хорошая область, где искусственный интеллект может применяться. И, в частности, это проблема адаптивного тестирования, с которой, в общем, такой маленький, коротенький индивидуальная траектория, маленький, коротенький индивидуальный маршрут на уровне 1-2 часов. Какая ваша здесь задача? У вас есть огромное предметное поле, по которому вам надо узнать, что знает испытуемый, тестируемый по тем или иным вопросам. Желательно узнать как можно больше. Но у вас всего лишь час, или, может быть, полчаса, или 2 часа, в которые нужно впихнуть огромное количество вопросов, каждый из которых требует времени. И здесь задача искусственного интеллекта — выбрать вот эти точки, в которые, ну, как в морской бой мы играем, вот выбрать точки оптимально, чтобы максимально быстро мы узнали, в какую область. А на самом деле это история двухмерная, может быть, даже трехмерная, потому что помимо тематической области есть еще умения, которые мы оцениваем у учащегося, есть еще уровень сложности, много-много разных метаданных. И вот важно выбрать, куда попасть, чтобы максимально быстро вот этот вот результат закончить. Тоже достаточно сложная проблема, тоже сейчас над ней работаем. Я знаю, что наши коллеги из Яндекса такую же проблему перед собой поставили. Вот, ну, у них начальная школа, у нас скорее старшая школа, то есть основная, старшая. Надеемся, что в следующем году что-то представим уже интересное на рынок и на публику. Спасибо. Очень интересно. Вы нарисовали такую широкую перспективу использования искусственного интеллекта. У меня вот даже возник вопрос. Вот распознавание открытых вопросов. Открытых ответов, да. А может быть, там есть еще задача, формулировка открытых вопросов, то есть таких вопросов, на которые нет однозначного ответа? Здесь уже немножко более сложная история, потому что здесь вы должны искусственный интеллект наделить неким экспертным знанием, ну, то есть какой-то экспертной базой, то есть для того, чтобы эти вопросы были не банальны и имели какой-то, ну, такой глубокий, может быть, даже философский отчасти, потому что все нерешенные вопросы имеют часто философский какой-то оттенок, смысл. Потому что сейчас то, что мы видим и у наших зарубежных коллег, и у наших партнеров российских, тех же, того же самого Яндекса или Сбербанка, ну, к сожалению, пока это все-таки общение на бытовом уровне. То есть как только мы пытаемся дать
попросить искусственный интеллект решить задачу какую-то. Вот были нашумевшие истории несколько месяцев назад, когда все, учитель больше не нужен, контрольные работы больше не работают, я любую задачу скормлю искусственному интеллекту, он мне через минуту выплюнет решение. Нет, не так. Потому что как только вы начинаете глубоко смотреть в задачи, особенно технического характера, выясняется, что искусственный интеллект просто манипулирует формулами. И, как правило, он не выдерживает какой-то логической цепочки, которую нужно сделать для того, чтобы эту задачу полностью решить. Поэтому этого пока совершенно недостаточно, и требуется более сложный, более комплексный подход. Угу. А вот насколько можно вообще опираться на искусственный интеллект как на работника? Вот, например, в вашем бизнесе. Вы наверняка имеете много дела с экспертами, с предметниками, которые там что-то знают про свой предмет. Что из их знаний, что из их компетенций можно делегировать искусственному интеллекту, чтобы он быстро и качественно что-то там такое произвел, чтобы имело какую-то продуктовую стоимость? На самом деле многие задачи, которые решаются с помощью искусственного интеллекта, они многогранны. И вот та же самая проверка развернутого ответа, которая, казалось бы, нужна для того, чтобы оценить быстрознание учащихся, она имеет немножко другой аспект. Например, мы можем сначала дать проверку этих ответов учителям, или педагогам, или, может быть, студентам, которые в том или ином вузе учатся, а затем с помощью искусственного интеллекта проверить повторно эти ответы и сравнить качество. То есть, исходя из этого, мы будем иметь какую-то быструю оценку, ну, профпригодность, наверное, не очень хорошее здесь слово, скажем так, уровня компетенций, да, методических того или иного студента по работе вот с таким классом задач. Это вот самый простой пример, в котором искусственный интеллект может помочь встать рядом с методистами и с теми, кто владеет экспертными знаниями. И вы в Физиконе это делаете? Мы начинаем. Не скажу, что уже внедрили повсеместно, но начинаем вы эксперименты. Вы думаете, в эту сторону двигаетесь. Да. Ну что ж, это замечательно, это очень радует. Я скажу так, что это то, на чем мы думаем вот со своих дидактических позиций у нас в университете, но мы скорее вот люди, которые понимают, что происходит в педагогике в целом и хотят понять, как вот современные технологические достижения позволяют тут что-то изменить. Вот, и я думаю, что здесь диалог мог бы быть очень интересным, потому что то, чем вы занимаетесь, то, о чем мы думаем, оно где-то в какой-то точке смыкается, и из этого... Конечно, я всегда считаю, что сотрудничество коммерческих и педагогических образований, оно имеет далеко идущие последствия, далеко идущую выгоду для всех участников, конечно. Отлично. Это очень хорошее такое итоговое слово, которое от вас прозвучало. И действительно, слово «итог» оно становится уже ключевым, поскольку мы потихонечку выбираем свой лимит. Мне бы хотелось перед тем, как вот совсем мы тут завершим, дать еще раз слово участникам нашего сегодняшнего разговора для такого небольшого обобщения. Вот из того, что сегодня прозвучало, услышали вы для себя чего-нибудь новое? Как-то вот есть ли что-то, в чем вы хотели бы скорректировать свою позицию, добавить что-то к этому исходному разговору? Или же вот все осталось как прежде? Вот, Екатерина, как бы вы сказали, что по итогам нашего разговора можно было бы вот так вот большими буквами написать на форзаце? Ну, я рада, что, знаете, я рада, что мы сегодня встретились, я рада, что, наш партнер, компания «Физикон», подтвердила наши дружеские отношения, и мы продолжим эти отношения, чему я очень рада. Замечательно, большое спасибо. Алексей, вот у вас было такое концептуальное выступление, сейчас мы еще обогатились некими новыми знаниями о том, что происходит в области исследований и вот на полях разработки цифрового контента. Какие-то вот уточнения, какие-то еще дополнительные тезисы в итоге сегодняшней встречи, что бы вы хотели сказать? Ну, если в проектном залоге, то я бы сказал, что, наверное, для того, чтобы создавать вот этот вот новый контент, нужна консолидация усилий людей, разбирающихся в цифре, да, умеющих писать код и так далее, нужны психолингвисты, нужны вот люди, которые понимают, что такое семантика, да, и умеющие с этим работать, и нужны педагоги, дидакты, владеющие разного рода технологиями. Вот только на этом, наверное, синтезе можно реально двигаться. Если мы будем двигаться параллельно, независимо друг от друга, то мы долго будем двигаться параллельными путями, не пересекаясь, что не очень хорошо. Вот, а вот то, что вот вы сказали, это бы классно было. Вот если бы такие вещи чаще случались, вот консолидация усилий, то и продукты бы получались более быстро и более качественно. Вроде бы есть шансы. Замечательно, спасибо. Роман, вы сегодня представили такой комплексный подход. Тут был и психологический аспект, и административный, и эстетический.
наша встреча сегодня что-то добавила вам к вашим размышлениям? Ну, вы знаете, я вот в очередной раз убедился, знаете, много лет просто отстаивал позицию, что главная ценность должна быть человек в центре. И вся, мне кажется, наша конференция, она вот сегодня лишний раз подтвердила, что цифры — это прекрасный помощник, цифры — это замечательный инструмент, но человеческие отношения... Как вот говорил Экзюпери, да, что... Как там, для человека... только одна роскошь на свете, да, это да, роскошь, да, человеческих отношений. Человек — это узел отношений. Да? А Спиноза говорил, что человек — человеку бог. Да? Для него нет ничего полезнее человека. И вот в цифровом мире все равно все это сохранится, а вот наша действительно задача такая командная — сделать это качественно, эффективно и красиво. Замечательно, спасибо. Я, наверное, тоже скажу от себя. Вот я уже как бы думаю, вот мы в прошлом году по итогам конференции опубликовали такую книжку, коллективную монографию про дидактику. Я вот уже думаю, если мы будем такую книжку писать, а мы будем ее писать, то что мы нового можем сказать о дидактике вот с точки зрения того, что мы узнали за последний год, в том числе вот на этой конференции, на которой очень много всего интересного и значимого прозвучало. Ну, первое, что дидактика, безусловно, трансформируется. Да? Безусловно, приходят какие-то новые реалии, что действительно встал вопрос о первоосновах, то, с чего все начинается. И вот если мы опять же обратимся с историей, то в основе дидактики лежит попытка осмыслить современное тому времени производства, современные тому времени технологии. Тут вот Алексей совершенно правильно задавал вопрос про вот эти вот взаимосвязи, про можно сказать, что это революции, потому что они захватывают самые разные пласты. И сейчас опять встал такой вопрос. Вот как связать происходящее в нашей дисциплине с теми технологическими прорывами, которые сейчас есть? Это первое. Второе, что пришло время каких-то экосистемных решений. Ведь дидактика, она на самом деле состоялась как достаточно узкая, как достаточно локальная наука, то есть нужно было понять, чему школьников нужно учить в школе. Сейчас произошло какое-то огромное расширение вот этого поля. То есть мы уже думаем не только про школу, а про то, что происходит за пределами школы. То есть мы очень многое знаем о детях не только как о людях, которые сидят в классе, но которые получают свою идентичность самыми разными способами. Это тоже как-то надо осваивать. Сами дети учатся, не только учителей, не только в классе, а еще и используют самые разные каналы информации. Иногда это хорошо, иногда это плохо. И то есть пока мы не начнем понимать всю вот эту экосистему, у нас вряд ли что-то хорошее получится. Далее, то, что пришло время какой-то мультимодальности и вообще многомерности во всем, что мы не можем выстроить одну единую шкалу, сказать, вот ты выучил уроки, все, у тебя все получится в жизни. Уже нет этого. То есть мы понимаем, что там идет одна линейка развития, другая линейка развития, третья. Это все как-то взаимодействует, и как-то с этим нужно работать. Далее. Ворвался совершенно новый для нас фактор, который называется данные. Вот о чем сегодня хорошо очень говорилось, что пока мы не научимся все доказывать на больших массивах данных, все наши размышления останутся, ну, несколько умозрительными. То есть есть массив данных, который генерирует сам учебный процесс, и мы на основе него должны делать, уметь какие-то выводы. Возможно, это тоже уже новый дидактический принцип, который сейчас нужно принимать во внимание. Вот. Я думаю, что то, что цифровая дидактика состоялась, это уже факт, с которым можно как бы спокойно жить и работать. И то, что у нас сегодня был конкретный разговор про принципы цифровой дидактики, и, в общем-то, мы самые разные люди, мы договорились об этом, это тоже очень такой хороший тренд, очень хороший сигнал того, что мы двигаемся в правильном направлении, и нам есть куда идти, о чем работать и о чем разговаривать. Спасибо большое, уважаемые выступающие, было очень интересно. Спасибо всем, кто нас слушал и задавал вопросы. Оставайтесь с нами на связи, давайте быть на одной волне и двигаться дальше. Всем спасибо за внимание.